В Казанском федеральном университете завершилась 5-я международная конференция «Постгеном-2018». Делегаты этой конференции стараются говорить на понятном друг другу языке. Это очень важно. И я вам скажу, что в общем уровень этой конференции абсолютно соответствует самым высоким международным стандартам. Конференция объединяет ученых из России, Японии, Канады, Дании, Индии, Германии, Швейцарии, Польши и Ирана в области геномных и омиксных технологий. Для себя мы наладили контакты и обговорили шаги по дальнейшему сотрудничеству с учеными из Франции, из Германии в области, в первую очередь, как раз вот микробиомных исследований. Во время закрытия конференции были подведены итоги конкурса молодых ученых. Жюри отобрало 9 лучших докладов конференции, среди которых 2 работы были выполнены молодыми исследователями КФУ. После официальной церемонии закрытия мероприятия состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и представителей Российской академии наук. На встрече было предложено рассмотреть возможность постоянного проведения конференции на площадке Казанского федерального университета. В этом случае преимуществом для КФУ является трансляция разработок в клиническую практику. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.